Алексей Ваулин делится с нападающими хитростями действий на пятачке. Будучи еще хоккеистом, главный тренер «Дизеля» долго играл на этой позиции, а потому знает, как заставить защитников соперника ошибаться. В новый сезон пензенский клуб вкатывается в обновленном составе. Команду собрали практически с нуля. Ни для кого не секрет, что мы сотрудничаем с «Торпедо Нижний Новгород», и у нас приезжают новые игроки, которые тоже нужно время войти в нашу систему, понять наши требования, чтобы уже быть нам как бы единым целым коллективом, который будет решать серьезные задачи. В сентябре нам еще предстоит такой как бы до конца наладить все наши наигрыши. Еще один новичок Алексей Митрофанов перебрался в Пензу из Тольяттинской «Лады». В прошлом сезоне в матчах регулярного чемпионата и серии плей-офф он забросил 10 шайб и отдал 16 голевых передач. Неоднократно приезжал играть и против «Дизеля» и оценил, как здесь поддерживают местный клуб. Каждый год приезжал сюда, всегда здесь болельщики хорошо болеют за команду. На турнире тоже это показало, немало народу пришло поболеть за нас, это очень приятно. Приходят родственники, родные, близкие, жены, дети. Так что, думаю, 2 числа придет много народа и будем ждать болельщиков на трибунах. Первый соперник «Дизеля» на старте регулярки – «Казанский Барс». Прошлый сезон команда провела неудачно, но за лето серьезно укрепилась. Кто сильнее, узнаем уже скоро. Чемпионат ВХЛ стартует в Пензе 2 сентября.